пишет, зачем нахуй, блядь, и потом он спрашивает, блядь, не, ну, тупой что ли, или что ли? И всем фильмам нас салютую, братва, на связи, как обычно. Лисет. Перед началом ролика я бы хотел вам порекомендовать такой чудесный промокод на таком проекте, как... Хэштег Лепард. При достижении во имя такого квеста, как много машин, вы получите на свой банковский счет 400 тысяч долларов. Заебись! Бывает же! Также, братва, не забывайте ставить ваши коронные лайки, подписываться на мой каналчик. Меня бесит, которые даже за новостями не следят! Это же мир, в котором живете! В общем, заходи ко мне на канал. Кроме всего этого, не забываем оставлять ваши классные комментарии, составляющие минимум из 4 слов. Хотел бы сказать вам огромное спасибо за 2000 подписчиков у меня на канале. Надеюсь, что не будем останавливаться на достигнутом, добьемся, естественно, более высоких успехов. И как бы на всей этой почве я решил вам создать такую очень интересную летнюю гетто-сборку. Первое, с чего бы мне хотелось начать, это с данного худа. Поменял вам интерфейс эдитор немного и скачал просто всеми постоянно вот этот вот Backwood Fist. Что насчет шрифта, также хочу уточнить то, что довольно-таки прикольный, чем-то похож по стандартный, но немного видоизмененный и довольно этим и интересный. Также вы можете видеть то, что на передней составляющей, кроме того, что я заменил худ, я также заменил vegetation, а именно растительность. Растительность я решил сделать довольно-таки не очень сильно нагружающую ваш комп. Весит, кстати, она и вправду довольно-таки очень мало. Я бы сказал, что она фактически вообще ничего не весит. Также помимо растительности я заменил дороги. Сейчас вы можете видеть эти все дороги в действии. Также хотел бы уточнить то, что я произвел ретекстур нескольких интересных локаций. Помимо вот этих вот синих домов, а также вот как минимум еще в этом месте заменены дома. Это я в принципе сделал для того, чтобы ваша GTA-шка не выглядела на постоянке какой-то там стандартной. Следующее, я считаю, вы заметили то, что у меня установлен довольно-таки интересный скин пак. Что насчет Клео скриптов? Все как в прошлой сборке, тот же самый Клео пак и остается. Обратите внимание на карту. Теперь она у вас будет выглядеть именно так. Также хочу дополнить информацией то, что делает эту GTA-шку такой довольно-таки интересный и оптимизированный. Первое, это установлен у меня color мод и тайм-цикл. Тайм-цикл я вам сейчас позже продемонстрирую. Кроме того, еще у меня также установлен Crashers для стабильной работы GTA. Тайм-цикл в ускоренной перемотке. А теперь можно перейти к нашей папочке модлоудер, чтобы я вам продемонстрировал довольно интересные внутренние модификации в этой сборочке. Первые это у нас будут эффекты. Что в принципе хотел бы сказать насчет эффектов. Эффекты довольно-таки очень красивые и интересные. А главное, почему эти эффекты очень полезны, потому что вот сейчас обратите внимание на мой прицел. Вы видите, я стреляю вот на таком вот очень довольно дальнем расстоянии, и вы можете видеть, где, куда летит мой трейсер пули, а также искры от самих патрон. Теперь давайте перейдем к одному из сочного в этой папочке, это к звукам. Так, есть у нас еще и ганчики. Подобрала я для вас очень классные, а главное четкие пушечки. Это первый ганпак, так у вас будет выглядеть Desert Eagle. Так у вас будет выглядеть шотган. Это М4. И это у нас рифла. Дальше у нас идет второй ганпак. Так у нас будет выглядеть Desert Eagle. Это наш шотган. И это наш М4. А также добавил для вас очень приятные и мягкие тени. Теперь обратите вверх, так у вас будет выглядеть мой партикл. Всем спасибо за просмотр, на этом у меня все. Кому понравилась данная сборка, вы можете подписаться на мой канал и поставить лайк. И до скорых встреч, братва!